Это Василек. Кто? Василек. Кто? Василек. Всем привет, ребята, с вами Владус и... Ну, бас. Да. Ты что тут делаешь? Я наконец-то пришел. Стоп. Ставим 3 лайка по-быстрому. Я поставил. Тебя столкнуть, что ли? Я поставил лайк. Так, я поставил? А я давно поставил. Прям на это... Да ты всегда так отмазываешься. Все, зритель, остался лайк с тебя, 100%. Так, да. Ну что, так, тихо-тихо, мне бы не упасть. Слушай, сегодня мы выполним очень крутую ачивку, как всегда. Чё вашу вы, ачивку, которую делать? Вы пишете в коммент. Мы пойдем на новый остров. Ура! Браво. Да. Я тебе сейчас это отлупачу. Тихо. Стой, пойдем покажем то, что мы сделали и то, что мы хотим сделать. Смотрите, ребята, поднимаемся. Подожди. А куда поднимаемся, наверх? Конечно, наверх. В домик, да, который? Да, смотрите, ребят, мы продлили здесь вот эту площадочку, мы сюда поставим зачаровательный столик и книги. И бачком так сделаем это все. А сюда мы поставим коричневое стекло, да, Нубас? А с этого боку что, ничего не будет? А вот мы подумаем потом, понял? Посмотрим, да. А что мы это сегодня будем делать? Ну, я думаю, если мы успеем с острова вернуться, то да. А если нет, то потом, в следующей серии. Ребят, так что подписывайтесь на наши каналы, чтобы следующую серию точно не пропустить. И заценить потом то, что мы сделаем. Так, ну чё? Чё? Что брать с собой? Давай возьмем что-нибудь по минимуму так, и пойдем в разнос. Ну, по-любому надо булыжник. Булыжник — это я за него отвечаю. Понял. Давай бери прям стака 4 булыжник. Так, я сейчас книжных полок я сделал еще побольше, 18 штук, вот. Так, а ты знаешь, что тут за остров? Да, я примерно видел, там остров с березкой. Еще какое-то там здание, я не знаю, что это за здание. Ребят, мы сейчас заценим, все с вами увидим. Тебе надо стейки? Да, у меня картошка есть. А, понял, все. Все, давай, нормально, с картошкой. Так, лопату не взял. Хорошо, что дверь багуется. Я меч взял, и мне, в принципе, хватит, думаю. Тебе хватит. Тебе 100% хватит. У меня, короче, набор меч, булыжник, картошка и... Супчик, да, с тушеными грибами. Пойдем. Он, знаете, где он по диагонали? Он находится в той стороне, то есть от болотного острова он находится слева. Там еще у нас есть контрольные точки, что ли? Ну, болотный остров, от него мы нашли адский остров, а еще сейчас вот этот с березкой, понял? Точно. Что-то я давно уже не был. Да ты ну бас, потому что тебя все заждались, и ты такой привалил, такой лайк поставил. Привалил, и сразу стрел, лайки подлетели. Вот лайки же надо поставить. Тихо. Блин, у меня 4 кожи, блин. У меня что-то 2 картохи, 8 арбуза. Давай засадим, короче, на болотном острове. Так, тут аккуратно. Тут все нормально. Вот, я построил дорожку туда, длинную. И там еще длиннее надо еще сделать. Давай, погнали. Ну, бас, ты строишь блоки, понял? А я слежу. Ты что, я уже упаду сразу? Ну, да как я, что делать-то? Ну, блин, ну... Придется. У меня много всего. У тебя булыжник, что ты гонишь? О, я даже наш остров вижу. Вот как. Какая графика у меня, какая прорисованная. Домик реально какой-то. Там что, какое-то село, что ли? Походу. Давай, копай в соседнее село, погнали. Ой. Че ты мне скинул? Подожди, как целый скинул? Смотрите, ну бац, просто строитель булыжника. Давай, строй, ну бац. Я тебе стак скинул? Не знаю, у меня стак вот есть. А, фу. Я уже думал, я его просто потерял. Все, давай, пошел, ну бац. Давай строй чисто однородную. Понял? Одинарную. Однородную. Давай. А ты второй рукой еще, чтобы быстрее было. Да, конечно, сейчас. А можно тебя пнуть, Нубас? А, да, не надо. Уже согласился наполовину. Да нет, одной рукой как бы правую дорожку, другой левую, да, и все, и так это нормально будет. А, да. Давай. Ты аккуратней. Там коровки. Как ты это определил? Я вижу их. Нифига себе. Давай, Нубас! Давай, чуть-чуть осталось. Не туда. Так, о, хорош. Ну ты косяк. Давай березку к себе в сад возьмем. О, так 100%. Стой, здесь надо просто вокруг поставить булыжник. Так, давай в дом, врываемся. Коровки. Они нам зачем? У нас же есть коровки. Че ты думал, все, запаролено? А пароль ты ввел? Да. Пароль ввел какой? Владос 009. Понял, все, правильно, верно. Слушай, 100 гесена, давай забирать. Мы их... А, да, я их в домик на дерево украшу. Нифига себе. Сундук. Алмазы! Я же их первый забирал, ты как так? А вот в прошлый раз ты забрал первый, теперь я понял. Ну-ка, астоксина. Да, 9 пшеницы, нифига себе, ну бас! А так мы можем его сами, что ли, сделать? Кого? Астоксина, да? Ну так а что тогда? Так можно было сразу сделать его? Ну так сюда мы наворовали, можно и не делать. А что, а с коровками что мы будем делать? А ничего, а что с ними мы сделаем? Ну не знаю. Они нам зачем?
Автор, может, не предусмотрел, что у нас есть эти, как его, грибные коровки. Их мы состригли просто, и у нас стали обычные. А где мы грибных нашли? Я уж не помню. На грибном острове. Ты чё, корова, ты... Да мне мясо надо, вот, я для тебя мясо добывал. Иди отсюда. А чё я сделаю? Ну мясо надо, у нас есть коровки. Эти нам не нужны. Ты бы повел коровки вот так, да? Смотри, Нубас. Ты бы взял и пшеницей бы повел вот так коровок. Ну да, это нелогично. Давай, Нубас, смотри. Сделаем вокруг дерева, чтобы ростки не упали. Понял? А, да, можно. Так, это даже умно. Спасибо. Видите, как Нубас оценивает, а? Можно алмазный топор сделать. Чё мне? Мне же 5 алмазов. Нормально, 3 алмаза можно потратить. Потом не забудь еще сделать кирку. Ой, не кирку, а этот, мотыгу. О, мотыгу, ты че? Мотыгу, конечно, сделал, я не забыл, все сделал, алмазную мотыгу. Ну, ребята, отлично, ачивку выполнили. Наконец-то на новый остров пробрались. Это Василек. Кто? Василек. Кто? Василек. Понял. Голубой, между прочим. Все, давай, у меня, по сути, есть уже росток, можно сваливать, по сути. А где ты уже? Ну, землю можно еще здесь выкопать, да. Она нам потом... О, да? Отлично. У меня уже 3 ростка, прикинь. А у меня... Подожди, а где у меня росток? У меня же только что росток выпал. Ты что ли его забрал? Видимо. Ну ты корову купил, росток забрал, алмазы забрал. Как? Это жизнь, Купидон, это жизнь. Капец. Майнкрафтовская. А ты чё хотел, Нубас? Вот, росток. Опять ты забрал, что ли? Да ты... Бежим обратно на свой остров. Итого у меня 4 дерева, 4 березы и 4 ростка. Вот, у меня росток упал. Да, мне росток упал. Серьезно? Я боюсь упасть. Ну так пусть... Нет, тебе нельзя падать. Дай мне алмазы сначала, потом падай. Ну так пусть, а потом вспомнил, да, что у меня алмазы. Давай, завязывай, Купидон. Все, я бегу на новый остров. Ой. Блин! Чё? Я упал! Не ври. Да... Я просто ем, подожди. Знай меня. Ну ладно, ачивку я чуть-чуть выполнил. Попытаться меня затроллить, да? Нет, затроллить, но я попытался. Ну, ребят, надо что-то пожестче. Напишите что-нибудь пожестче. Ну, скидывать с острова я его не буду. Я его уже скидывал. Блин, эту ачивку я выполнил. Я только что чуть сам не упал. Когда Харди ачивку написали скинуть меня с острова, это был капец. Это у меня столько вещей там было. Видел, да? Видел. Ну да, смотрел видео. Слушай. Слушаю. Нам же алмазный меч надо сделать, ачивку. Так он... А, меч-то точно, мы же меч ничего не делали. Конечно, все, я делаю. Ей, ачивка выполнена. Ну что, смотри, Купидон, я беру лазурит, мы не зря у жителя наторговали, вот не зря я в тот раз это делал, я продумывал наперед, понимаете? Как что зачем? Ты подумал? Чаровать. Кого? Меч? Точно. Так, или насекомых. Слушай, насекомое, если я тебя шлепну таким мечом, то ты умрешь? Подожди, что надо, изумруд ведь, да? Ничего не надо, лазурит взял, так. Я зачаровал на остроту меч. Окей? А я сейчас тоже зачарую что-нибудь. А вот, ты что, еще меч сделал, что ли? Да, железный. Алмазный, ты че? На, держи алмазный меч, я тебе даю подержать. Давай, где? Вот, просто кайф. Смотри, я нуб профессионал. Нет, ты просто нуб. Так, ты зачарованный мечом, я тебе скажу. Слушай, я хотел стекло сделать коричневым цветом. А куда мне его положить? Кого? Меч. Ну, я положил уже. А, понял? Все, я сделал 56 стекла коричневых, вот, из какао-бобов. А, у меня опыта, что ли, нет? Блин, у меня опыта нет. Дайте убью. Серьезно, у меня 10 опыта. Давай я тебя зачарую, давай, мне не жалко, давай. Так, а если я тебя убью, мне опыт упадет? Слышишь, давай, не замахивайся на такое. Понял. Так, давай, на что тебе чаровать? Острота 1, прочность 1, острота 1. А у меня, как так, у меня была острота 1, острота 1 и насекомые там. Ну, по-разному. Понимаешь, это индивидуальное задание. Понял. Вот. Короче, вот, коричневое стекло, я думаю, что его... Слушай, а стекло сделать панелями или нет? А я не знаю. Мне кажется, лучше панелями. Вот, смотри, вот так вот. А, нет! Не со стыковочкой с дверью. А если сделать одно маленькое окошко такое? Вот, а здесь смотри. Блок поставить? Давай сначала сверху сделаем, смотри. Как мы хотели, как задумывали. На балкончике?
Да, на балкончике, конечно же. Там, вот здесь. Там вообще кайф получается, смотри. Подожди, здесь что-то темно. На факел. Вот нафига он пробрался, ты видел? Как он так сюда залез? Вали его, у тебя меч зачарованный или у меня? Ты только меня не вали. У тебя топор. А давай тебе? А? А давай лучше тебе? Ой, тихо. Понял, не выпендривайся. Вот давай, беги. Вот, все, смотрите, ребята, это просто шикарно, мне так кажется. У нас прям просто такая студия такая получается. Вообще просто шикарно. Здесь мы, значит, сделаем полки книжные, вот так вот. О! Че? Стоп, а, да, стоги сена у меня. Но это в следующей серии, книжные полки мы... Ой, давай дерево-то посадим или че? Купидон, слушай, тут такая тема, кто последний, тот и лох. Куда? Я лучше пойду погуляю. С кого лег спать? Ночь так... Сейчас как спать-то должен буду? Так, а просто ночь сегодня бессонная какая-то. Думай спать, мать. Иди отсюда. А что ты так на меня смотришь? Давай, иди отсюда. Я сплю с открытыми глазами просто. Ну ладно. Ну давай, иди. Иди, держись там за свой поручень. Подожди, это не поручень, это этот. Поручень? Как его? Подожди, я забыл. Шест. Кто? Шест. Да сам ты шест. Поручень значит. Да. Держалка. Ладно, я ручка. Да все понятно, короче, с тобой. Да все, отстань от меня. Да копался с этим поручнем. Давай, поднимайся наверх. На какой верх? В домик. Так я уже здесь. А, на дерево, что ли? Ага. Так на дерево. Ты уж как-то определись. Я тебе сразу сказал. Слушай, смотри, я тут, короче, хочу стоги сена поставить куда-нибудь. Че думаешь, куда их поставить? Подожди, мне сначала залезть, я упал только что. Понял, давай. Надо лестнику как-то пошире сделать, то я не заложу. Да не надо тебе лесенку пошире, Купидон, ты что придумываешь? Так я не залажу. Твои проблемы. У меня просто... Это точно не лесенки. Во, смотрите, ребят. Вообще кайф! Ну-ка, сейчас я посмотрю. Где... Ай. Я как будто за решетку какую-то упал. Во, смотри. Ты что, меня скинуть хотел? Не-не-не-не-не. Ну, смотри. Ну, смотрю. Молодец. Как тебе? Ну, нормально вроде. Подожди, а куда ты еще поставил сначала? А сюда я поставил, вот, что? Нормал. И еще плюс мы еще сделаем потом, у нас же есть пшеница. А что, а там много надо, нет? 9 штук на одно, на один сток. На один блок. Так давай так. Пшеницу, короче, вырастим и сделаем тут пшеничную комнату. Вот, смотри, вот так вот, норм. Куда ты поставил? Это долго. А что у нас здесь? Ай, как собрать? У нас, смотри, у нас здесь лесенка, короче, наверх так залазишь. Ай, подожди. И там такая ну-ка, смотровая площадка такая. Только тут, смотри, только тут одно небо. Где? Наверх залазишь когда. Какой? А, где, так кровать? Это, ну, здесь просто так смотреть, наблюдать за всеми островами, понял? Ну, только не видно. Тихо. Ты сказал, что меня скидывать не будешь. О, да ты сам, ну, ты что такой неуклюжий? Ты как так вообще? Как-то сегодня скользко наверху. Листва сегодня скользкая какая-то. Да. Понятно с тобой. Короче. После дождичка. Эй, ты что сделал? Я что сделал? Это не я. В смысле, не ты, а кто? Я картошку ел. А кто? Тихо. Да ты чё? Держись за лес. А я думаю, чё я так медленно падаю? Я думал, мне Майнкрафт залагал. Я упал к тебе, но я подобрал. Я все вещи подобрал твои. Спасибо, я их забрать хотел сам. Да я тебе отдам. Короче, ребят, в следующем видео мы с вами увидимся. И мы в следующем видео покажем идейку, которую мы сделали. Да, Мнубас? Ну, посмотрим. А что мы хотим сделать? Как, что, зачаровательный столик наверху, чтобы было, ну, с фишками, ну, да. Типа. Вот. Так что, надеюсь, вы поставили лайкосик, подписались на наши каналы и колокольчик нажали. И у меня, и у Купидона, и там вообще все нормально сделали. Да, и... Наушник упал. Вот. А у меня вот не упал. Давай тебе. Да. А с вами был Владус и Нубас. Всем пока. Пока.